Между тем, потребности в работниках на Ямале кратно превышают количество безработных. В регионе за предыдущую неделю было признано безработными 56 человек, из них 27 по собственному желанию. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, снизилась на 538 единиц. И сегодня заявленная потребность в работниках во всех муниципалитетах округа превышает количество безработных, к примеру, в Салехарде почти в 24 раза, в Муравленко в 10 раз, в Ноябрьске почти в 9 раз.